представительница Армении Мариам Мкрчян одержала 8 побед подряд на юношеском чемпионате мира по шахматам в возрастной категории U18. В седьмом туре Мкрчян черными фигурами одержала победу над испанкой Флорис Эсгуэри, которая отставала от лидировавшей армянской шахматистки на полочка. После 7 туров Мариам Мкрчян с 7 очками шла на первом месте, на очко опережая идущую второй азербайджанскую шахматистку Аян Аллахвердиеву. В восьмом туре Мкрчян белыми фигурами одержала победу и над азербайджанкой. После 8 туров Мариам Мкрчян с 8 очками идет на первом месте, опережая преследовательниц на 1,5 очка. Чемпионат мира по шахматам для юношей и девушек в возрастных категориях до 14, 16 и 18 лет проходит в румынском городе Мамая. Соревнования проходят в 11 туров по швейцарской системе.